Привет, с вами Сергей Швидко, и я снова рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня в этом видео я хотел максимально быстро пробежаться по своей новой покупке вместе с вами. Поехали. Всем известно, что какая бы хорошая камера у вас ни была, без качественного и хорошего освещения не добиться идеальной картинки. И в этом видео я бы хотел рассказать вам про свой новый видеосвет Godox SL60. Вот так вот он выглядит. Godox SL60 это профессиональное студийное светодиодное видео освещение. И это не та LED-панель, которую я использовал ранее в своих роликах, а прям вот такая стационарная большая штуковина с большим зонтом и рассеивателем. Сам видеосвет довольно-таки внушительный, и его вес составляет около 2-3 килограмм, без каких-либо рассеивателей, зонтов и стоек. Индекс цветопередачи у этого светильника CRI составляет 93%, и на минуточку, чтобы вы понимали, показания свыше 80% имеют максимальную точность цветопередачи, то есть объект съемки по цветам выглядит максимально естественно. Godox SL60 это точная копия профессионального известного светильника от Aperture 120D, который используют зарубежные известные крутые блогеры. Светильник от Godox имеет вот такой большой светодиод, за которым крепится радиатор, и далее идет кулер охлаждения. И тут есть небольшой нюанс. Я не знаю, мы сейчас уже будем смотреть с вами вместе вот этот отснятый материал и послушаем, слышно ли что-либо. Потому что, когда я сижу, я слышу, как работает кулер, как он вертится, и я надеюсь, что сам звук, он не особо повлияет на качество записи, но... Вряд ли, конечно, мы что-то поймем, потому что шумка моих окон не самая лучшая, и я думаю, мы будем слышать... Приезжающие машины намного громче, чем нежели звук кулера от Godox SL60. Ссылку на этот светильник я оставлю ниже в описании под видео, поэтому бегите туда, смотрите и выбирайте. Может быть, кому-то этот свет пригодится. Есть варианты помощнее, но я выбрал именно этот вариант в соотношении цены и качества, потому что в данный момент, допустим, я сейчас использую только освещение на 15%. И мне его хватает за глаза, у меня ничего не пикует, и сама картинка выглядит максимально естественно. Этот видеосвет я взял себе на смену LED-панели от Viltrox. И небольшие отступления, то есть, чтобы вы понимали, это пульт управления от Godox SL60, а это от моей LED-панели Viltrox. То есть у Godox заметно уменьшился размер пульта, и он намного качественнее, чем у Viltrox. И на минуточку для Viltrox хочу сказать, ребят, управление крестовое, оно не очень качественно работает. То есть, когда вы хотите добавить яркости, каким-то образом меняется и цветовая температура. То есть, на заметочку компании Viltrox пульт не идеален. Но теперь я имею уже два светильника, и можно уже рассматривать какие-то иные цветовые схемы. То есть сейчас у меня основной свет стоит по Рембрандту, то есть у меня тут есть некий световой треугольник, а свою световую панель я установил сзади, и мы ее используем как контровой свет. Давайте я сейчас ее выключу. То есть с Viltrox у меня идет некий блик на скуле. И при этом задняя часть меня, что ли, кофта отделяется от фона. Несмотря на то, что у меня фон с подсветкой идет, но все же я как бы подсвечиваюсь и отделяюсь от основного фона. И я давно хотел попробовать такую схему, это прикольно. Я думаю, в следующем видео мы, может быть, вместе с вами рассмотрим вообще существующие световые схемы, драматические, для каких-то там хорроров и тому подобное. И... На примере мы с вами вместе можем решить, какие же цветовые схемы было бы классно бы использовать для таких вот постановочных видео. И если вам это будет интересно, то пишите, пожалуйста, в комментарии свое мнение. Может быть, вы какие-то цветовые схемы мне подскажете, и мы их тоже с удовольствием используем. Быстренько пробежимся по пульту. Пульт маленький, компактный, имеет всего лишь 5 клавиш, включение-отключение, плюс-минус, смена каналов. То есть, если вы имеете несколько светильников, вы можете управлять ими с одного пульта, разбросав их по разным каналам. На нашем пульте имеется ЖК-дисплей, через который мы можем отследить каналы, цветовую температуру
освещение и мощность. И это очень удобно, так как вам не надо постоянно бегать к своему светильнику и изменять показания уже на самой лампе. И опять же повторюсь, сам светильник Godox SL60 довольно-таки мощный, и я даже не могу пока что представить, в каких условиях его можно использовать на 100%. При этом, когда я заказывал этот светильник, продавец... Сперва немного долго обрабатывал заказ, но потом сказал, что, к сожалению, у него нету зонта рассеивателя на 90 сантиметров. И он мне положил в подарок зонтик размерами 120 сантиметров. И когда я его распаковал и собрал, то это была, извините, вот такая здоровенная штуковина. И на самом деле я нашел ему применение, то есть я его буду использовать на каких-то фотосессиях, где мне надо максимально подсветить объект. Но чисто для такой домашней студийной работы я заказал аналогичный зонт, и только размером 65 сантиметров. Он также имеет два рассеивателя и при этом имеет вот такую сетку в виде сот. И сама эта сетка, сами соты, нужны для того, чтобы максимально подсветить объект, который находится под освещением. И он не дает рассеивать свет на стены. Давайте попробуем его отключить. Отключим контровой свет. И вот посмотрим, насколько подсвечивается задний фон. Слегка я вижу немного вот в этом углу уходит свет, но при этом максимальная его подача идет прямо на меня. И напоследок давайте быстренько пробежимся по комплектации. И комплектации тут разные. Я выбрал это Godox SL60, само освещение, зонтик. Ну, как я вам говорил ранее, на 120 сантиметров, но заменил его на 65. Стойка не очень надежная, стойка для видеосвета, но, в принципе, она довольно-таки может справиться и выдержать данный светильник. Пульт и провод питания. По метражу не скажу, но он довольно-таки длинный, и вы смело можете бегать по комнате, по студии, и если розетка у вас находится где-то далеко, вам обязательно хватит этого провода. И, кстати, по поводу шума кулера у Godox, я находил в интернете несколько роликов, как можно своими руками включить очумелые ручки и заменить встроенный кулер на аналог, который значительно тише. Пока меня это не очень пугает, но если вдруг это будет напрягать, то, наверное, я разберу и опять же сниму ролик, как это сделать для вас, и мы сравним прежний шум от будущего шума. Насколько это будет стоить того. И на сегодня это все. Я повторюсь, что был рад, что ты забежал на мой канал. Пожалуйста, влупи мне жирный лайк, поставь подписочку, если еще не подписан, поставь колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео, и напиши что-нибудь в комментарии, что ты думаешь по поводу этого света, может быть, есть какие-то другие аналоги, и вообще, о чем бы было интересно вам поговорить в следующем видео. Ну а пока я с вами не прощаюсь и увидимся с вами в следующем видео максимально быстро. Пока!